Раз, забрали. Володя, свое дело. Аня, забери. Так, кто у меня самый маленький мальчик и самая маленькая девочка с этой стороны? Кто у меня самая маленькая? Сейчас. Где она? Вон она заливала. Иди скорее сюда. Пряник с собой-то не надо выносить. Надо доесть там. Ну-ка бегом. Сейчас помолимся, а там доешь. Твое место около меня. Ты убери, только не выкидывай. Так, я сначала обращусь. Все наелись досыта? Да! Вот смотрите, мы будем все время референдум голосовать. Сейчас вот приготовят братья, как погода установится, купаться. Где будут эти поплавки, туда дальше не заплывать. Потому что нынче у нас пирс лед разломал, где мы были. Поэтому мы переносим в другое место. Тимоша, ты наелся? Наелся. Ну все. Поблагодарим Бога, нам хорошо. Господи, слава тебе. Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и на земных твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Милостливый Господи, спаси и помилуй раб своих милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, заповедавших нам молиться о них, всех вопиющих тебе, страждущих, болящих, скорбящих, томящихся в узах за слово твое святое, вдов, нищих, сирот, священства, иночества и всех христиан, избави их от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевной и телесной, и прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Боже милостив, будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Сейчас стоять на месте, я посмотрю, как вы кланяетесь. А то некоторые новые, может, не знают. Ну-ка, давайте молитву сотворите. Руку из кармана вытащи. Давай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Еще раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Все, благодарите поваров и накрывающих. Еще сказать не можно. Давай. Значит, за столом, внимание, за столом все съедайте. В карманы ничего не берите с собой. Ни орешки там, ни пряники, ни кусочки хлеба. Вот что-то осталось, съедайте. Садись там, съедайте. Понятно? Карманы, чтобы не доели? Ну да, он пряник. У нас разрешается не доели, которые двое самые маленькие, не успели. Они отдельно. Сейчас дежурные, будете здесь отдельно есть. Ну что, все, однако. Аня. Давайте за свои дела. Аня, ты, Володя, пойдешь пешку топить, баню приготавливать, везде воды накачай, все ванны, все заполни. Лампочка горит, там видел. Не убирай. Угу. Сейчас я выключу. Так,